Происходит установка. Да, это два начальника. Денис, ты хоть командуй, покажи вид-то хоть. Вира Майна! Во! Все поставили. Вот так ставится емкость, видите? Раз, все встало в паз и намертво. Михан, залазь наверх, попрыгай теперь. Шланг ему подайте кто-нибудь. Нет, то, что играл. А я отсюда смотрю, мне кажется. Что, шланг? Шланг, да. Тише, вали. Доставай шланг, наполняй. Чуть-чуть накрути. Открывай, а так положи рядом. А там дырка же есть или крышки? Отверстие. Не будет зато. Отверстие. Что, мне здесь, да? Это в трубе, в пластмассовой, значит, да? Что? Хорошие пришли у нас емкости, чистенькие, с металлической основой. Вот, обратите внимание, как надо прям, потому что деревянной нам не подходит. Фу. Все вот так там стой и держи, пока не наберется. Понял? Вот видите, как аккуратно, лесенка, залез. А то без лестницы, как к нему? А как обслуживать? Вот видите, лесенка специально. Продолжаем. Про подставки. Смотрите, на нашей подставке идут только емкости кубовые с подставкой металлической. Обратите внимание. Потому что если с деревянным поддоном, они не войдут на наши подставки. Все заточено под металлическую, то есть под капитальные емкости. У которых вот такое металлическое основание. Видите, которое опирается на наш каркас и встает как в пазл. Так вот. Идем дальше, теперь про саму емкость еще окончательнее. Вот она у нас стоит опять с емкостью полная, как видите, кубовик. В комплект, значит, что входит? Подставка, она состоит из нижнего основания, верхнего основания, дверь в комплекте идет, потом идет рама лицевая. Рама задняя, то есть, и две соединяющие укосин, так называемые усилители, буквы Z, T, Z. Все это собирается очень легко и просто. На нижнем основании приварены такие выступающие из трубы по 15 сантиметров труба, на которую одевается основание. Также сверху у основания верхней части тоже приварены выступающие части из трубы, тоже одевается, получается жесткий каркас. Потом прикручиваются вот эти Z-образные усилители на болт М8 с шайбами и гайками, что придает им окончательную капитальность и надежность, и жесткость. Сверху ставится бак, кубовик, так называем, с основанием металлическим. Применение, значит, вы можете его применить как для летнего дужа, как для полива, как, смотрите, как вы сможете развести вот этот кран. То есть здесь надо специальный набалдашник с разводкой, тройник. Можно врезать сверху клапан. У нас есть за 1600 тип лягушка, как в унитазе в старых типах, только она мощная на 25 дюйм, 25 стоит 1600. Лично у меня так врезано, автоматически вода набирается под гидроаккумулятором со скважины. И разводку можете куда хотите завести, хоть вниз сделать с этим, в общем, с лейкой, и на огород полив развести. Все это возможно. Также можете обшить сам каркас, хоть доской, хоть профлистом, хоть поликарбоном, на ваше усмотрение. То есть это универсальная дверь, вы можете сделать лево-право. Так что вот приобретайте, шикарная подставка, но есть одно но. Вот такую тяжелую конструкцию, куб сверху, да, вам нужно изготовить основание. То есть любое бетонное, можно плиту, можно залить бетонное основание. И основание идет у нас размером, вход 1050, длина, глубина, то есть 1250. То есть вам нужно залить плиту там 1300 на 1100. И глубиной там 100, 150, 200 миллиметров, на ваше усмотрение. Здесь в нижнем основании есть отверстие для анкерения на 11 просверлен, то есть 10 анкер идет в комплекте. 4 анкера на 100, 10 на 100 клиновых, они идут в комплекте. Ну вот, ставьте лайки, пишите комментарии,
Вот такая шикарная спасалка. Она разборная. Отправляем по всей России. Что самое интересное и главное, очень много заказов. Всем нужна такая подставка. Пока-пока.